Сегодня на сборке был велосипед Стелс Навигатор 760. Точнее, как на сборке, его купили в магазине и привезли нам его нормально, адекватно настроить. Здесь втулки на промах, соответственно, в колеса мы никаким образом не залезали. Протяжка спиц здесь будет через недельку, когда клиент немножко покатается и спицы дадут усадку. Через неделю клиент приедет, мы протянем спицы. Передний переключатель был вообще неправильно настроен. То есть, несмотря на то, что здесь есть наклеечка, переключатель стоял на сантиметр выше, чем надо. Задний переключатель тоже чуть-чуть подтянули, потому что он плохо закидывал. Соответственно, слишком хорошо скидывал, скажем так. Поскольку клиент не хочет полную сборку, то рубашку и тросик мы не перекидывали. Соответственно, там вот таким вот образом здесь заходит. То есть, вот тормозная идет красиво, а на переключение вот такими петлями они идут, они будут протирать раму в этом месте. Но, к сожалению, мы это делать не будем. Далее, я не знаю, насколько хорошо протянуты все винтики в рулевой, насколько хорошо протянуты все винтики везде. Поэтому это не полная сборка, это всего лишь настройка переднего тормоза, заднего тормоза и переключателей. Вот в этом заключалась вся сборка. Значит, вилка здесь вполне себе неплохая, с толстыми ногами, если за ней следить. Если туда добавлять вовремя смазочки и все это грязь убирать, то вилка прослужит очень хорошо и долго. Рама облегченный сплав, X6 называется сплав. То есть этот велосипед отличается от Стелса 745 тем, что у него более легкая рама и типа конусный стакан. Вилка там, скорее всего, обычная, через переходник стоит. Но имеется конусный стакан, то есть возможность поставить вилку уже более мощную. И трансмиссия, конечно, здесь получше. Здесь стоит Altus. Передний переключатель турней, то есть не как у 745-го остался все китайское, а более дорогие, более качественные переключатели. И, соответственно, сзади 9 уже звездочек, а не 8, как у 745-го. То есть, в принципе, он немножко получше, он немножко подороже, он немножко поинтереснее. Плюс гидравлика здесь стоит Shimano, а не механика, но за ней тоже надо следить. То есть, в целом, этот велосипед намного-намного интереснее, чем Stealth 745-й. Он стоит примерно тысяч, наверное, на 10, ну или около того, подороже, чем 745-й. То есть, если у вас есть бюджет и не хотите брать 745-й, то есть вот такой вот велосипед Stealth 760, он очень хороший. Мне он очень нравится, но единственное, что вот нужно поднастроить тормоза, поднастроить переклюки, поменять, опять же, желательно, не обязательно, но желательно местами рубашки и тросики, следить за вилкой, чтобы она служила хорошо и долго.